Юрные георгины, какие прекрасные цветы! Как обильно цветут они все лето, как радуют нас! Как красиво они в групповых посадках! Прекрасные, яркие, неповторимые! Вы часто спрашиваете меня о том, где купить, как иметь такие цветы. И в сегодняшнем своем видео я хочу дать ответ на ваш вопрос. Меня спрашивают мои подписчики, меня спрашивают мои друзья на Фейсбуке. Друзья, у меня нет от вас никаких секретов. Я хочу, чтобы вы были с цветами, и я расскажу вам все, что я знаю. Итак, есть различные ситуации. Ситуация первая. Вы хотите иметь бордюрные георгины. Вы просто хотите иметь красивые цветы, и вам не важно, какие сорта. Я имею в виду, вам не важно, новинки это или уже хорошо распространенные сорта. Если вы просто хотите быть с цветами, если у вас вообще нет бордюрных георгин, и вы просто хотите иметь низкие, компактные кустики бордюрных георгин, я советую вам купить георгины серии Gallery. Именно эта серия была в моей коллекции много лет назад. Эта серия выведена в Нидерландах в 1994 году. И клубни этой серии очень легко купить или заказать по интернету. Они есть в продаже, их легко достать. Это такие известные сорта, как Gallery Rembrandt, Gallery Singer, Gallery Art Deco, множество сортов. Они почти все были в моей коллекции много лет назад. Я купила первые клубни еще, наверное, в 2002 году. Они появились в Интерфлоре. Все вы помните, эти цветные каталоги можно было заказывать. Тогда эта серия сразила всех. Никто даже не знал, что такое возможно. Я сама не верила своим глазам, что есть такие георгины. И это было чудо. То есть я рекомендую вам. Если вы хотите быть с цветами и вас вообще нет никаких, купите, пожалуйста, себе клубни этой серии. Пожалуйста, это очень хорошая серия, серия Gallery. Легко достать, весной везде продают. Но второй вопрос, если вы видели мои видео и вам понравились такие георгины, которые в моих видео, если вы видели мои альбомы в группах в Фейсбуке на моей странице, эти георгины я покупала цветущими. Друзья, их клубни достать нельзя на настоящий момент, потому что это, как вам сказать, это нововыведенные сорта, и их продают в цветущем состоянии, в горшках. Ранней весной в гарден-центрах, в цветочных магазинах, на рынке вы можете увидеть растения георгин, которые продаются в горшочках. Прекрасные растения, цветущие георгины. Многие из вас знают, а многие и не знают, что именно вот из таких вот горшечных маленьких растений можно иметь георгины на много лет. То есть многие думают, что это однолетние георгины, но нет. Они не однолетние, друзья. Я объясню вам. Купив вот такие вот горшочки с георгинами, как вы видите сейчас в видео, которые продаются в гарден-центрах, вы можете высадить их или в большие горшки, или посадить их в клумбы. И на протяжении лета вот эти вот георгины завяжут клубни. У них в земле сформируются клубни. Эти георгины, которые продают гарден-центры цветущие, это вегетативные георгины. Это георгины, которые выращены из черенков. Клубни их достать в магазине или заказать невозможно. То есть, друзья, что можете сделать вы и что делала я? Весной я покупала растения цветущие, вот такие, как вы видите сейчас в видео.
Эти растения были в горшках. Они были цветущие, с цветами. Но там в земле не было клубней. Эти растения выращены из черенков, и их продают различные фирмы, которые занимаются разведением цветов. То есть вы можете поступить аналогично. Весной купить цветущие георгины, которые вам нравятся. Посадить их в горшки или высадить их на клумбы. И за лето там образуются клубни. Вот такие вот георгины я покупала. Я покупала все свои георгины именно так. И вот вы видите кадры, где вы видите именно вот какие георгины были куплены мной. Не все, но некоторые я вот сняла на видео, чтобы была память об этом. Но что хочу я вам сказать. Я вам не даю стопроцентной гарантии, что все купленные растения завяжут клубни. Потому что теоретически клубни образуются везде. Каждый черенок посаженный должен завязывать клубни. Но дело в том, что иногда есть такие сорта, которые плохо завязывают клубни. А также иногда растения черенкуются таким образом, что клубни тоже не образуются. То есть из всех купленных растений, вегетативных георгин, не все стопроцентно завязали мне клубни. У меня тоже были такие экземпляры, которые не завязали клубни. То есть я купила вот цветущие растения, они цвели все лето. У них были прекрасные цветы, но осенью там не было клубней. Вообще там были тонкие нитевидные корешки. То есть здесь, как сказать, лотерея. Как вам повезет. Но это прекрасный шанс иметь прекрасные новинки бордюрных георгин. То есть я рекомендую вам, я советую вам, если вы хотите иметь такие георгины, как вы видели в моих видео, как их иметь? Надо купить их весной, когда будут продавать цветущие растения. Купить, какие вам понравятся на рынке, в гарден-центре, в магазине. Посадить и надеяться, что образуются клубни. У меня, наверное, 70% из купленных растений завязались клубни. И сейчас у меня уже есть клубни. Я как бы развела их сама. Я не покупала клубни, потому что многие подписчики, мои друзья на Фейсбуке спрашивают, где купить. Вот для этого это видео. Я хочу вам объяснить это. Я не покупала клубни. Я покупала вегетативные георгины с цветами и развела их сама. Что можете сделать и вы, если вы хотите иметь какие-то новые сорта? Если вы хотите иметь хорошо распространенные сорта, покупайте клубни весной. Покупайте клубни серии Gallery. Покупайте клубни серии Melody. Все они очень красивые, очень яркие и украсят ваш сад. Следующий вопрос, который был ко мне. Можно ли развести георгины из семян? Конечно, можно. Весной тоже продают различные семена. Вы можете купить эти семена, посеять, и у вас будут георгины такие, как на упаковке. Но мои георгины, вот, которые вы видели в видео, вот именно эти, я покупала вегетативными. Еще такая ситуация. Если вы попытаетесь собрать свои семена из своих георгин, то у вас никогда не получатся идентичные. То есть новые экземпляры цветущие будут отличаться от родительских. У меня тоже есть свои сеянцы. Я тоже пробовала разводить георгины из семян. Дорогие мои друзья, оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Еще будут видео, где я покажу свои сеянцы, покажу, что получилось из семян. Будет очень интересно. Любите георгины, сажайте, пробуйте разводить, покупайте весной вегетативные георгины, покупайте клубни серии Gallery, клубни серии Melody, они прекрасные, и вы будете с цветами. Огромное спасибо вам за все, подписывайтесь на мой канал. Огромное вам спасибо. Пока-пока.